Трудолюбивый человек и дома всегда найдет, чем заняться. Прекрасный педагог, мастер своего дела. Уралбек Иманалиев – один из таких людей. Житель Байдыбекского района, учитель труда. Но помимо работы он занимается резьбой по дереву, удивляя сельчан своими подделками. Имя Уралбека Иманалиева на сегодняшний день знает весь район. Его работы удивляют и восхищают. Каждая деталь, каждый рисунок в его изделиях несут глубокий смысл. Поэтому его работы пользуются большим признанием и спросом. Изготавливать из корней деревьев подделки легко. Главное, чтобы была фантазия, делится учитель средней школы Кинсай. У нас нет недостатка в материалах. Природа сама нам его дает. Если найду какой-нибудь корень, похожий на что-либо, сразу же беру с собой. Если надо, то вырезаю. Каждой подделке я даю название. Во время летних каникул Уралбек Иманалиев собрал природный материал для своих будущих шедевров. Учитель труда трепетно относится к своему делу и учит секретам ремесла и своих учеников. Нужно не просто соединять корни, а дать подделке какое-либо значение, сделать из нее что-то. Тогда только она будет интереснее. После того, как ее украсить, покрасить, можно будет даже использовать в виде подарка. Главное, эта работа интересна многим ребятам. Главный художник – это не человек, а природа. Если приглядеться, то корни деревьев уже представляют собой фигуры. А имея навыки ремесла, их можно оживить. И сегодня Уралбек Иманалиев призывает к работам молодежь юга. Гульнара Шагдарова, Талгат Юлюбеков, Мухаммуратула, Оңтүстік Ақпарат.